Вітаю вас в ефірі Гром ТВ. З вами програма «Громадський вибір». Сьогодні у нас в гостях член партії 5-10 Володимир Спицін. Вітаю вас в нашій студії. Ви відносно нова людина в політиці для великого списку виборців, власне, як і ваша політична партія. Що ви можете про себе розказати того, що ще не знають люди? Ну, або мені людина взагалі нічого не знає. Ну, або взагалі не знає. Да, тільки вузький круг людей в нашій партії знає, або мені. Ну, займаюся політикою буквально, наверное, останній рік, як створилось движення наша політична партія 5-10, коли образувалася ідея того, десь за півгода. У нас доволі молоде движення. А чому ви вирішили вступити до лав? А в такому житті пройшов перелом. Все почалось з спілкування в Ютубі, пересознання житті. Наверное, от в 30-літній рубеж підійшов, коли необхідно міняти були якісь життєві позиції свої. Многое открылось, начало быть доступным, поэтому мы решили, что в этом государстве необходимо что-то менять. А до цього чим займалися? И вообще все, я смотрю, подходит новое поколение, которое будет менять старое поколение. Оно уже им дышит в спину. Я думаю, недалек тот час, когда лет через 15 придет совсем другое поколение, которое выросло в совсем другой свободной стране. И поэтому естественный процесс, что такие молодые люди начинают идти в политику. Совок понемногу отмирає. Зараз до дня виборів залишається менше тижня, і це найзапекліший час, коли конкуренти використовують зброю у вигляді провокацій, у вигляді наклепів, у вигляді усіх можливих методів, аби якби стати лідером, обігнати конкурента і перемогти. Які ви по відношенню до своєї партії або там своїх політичних колег помічали вже конкретні якісь провокації від конкурентів? Ну, ми слишком маленькі, щоб нас ще так замічали, щоб з нами так боролись. Бо під любую боротьбу потрібні ресурси. З нами ще ніхто не бореться. Нас тільки починають замічати, люди починають тільки нас узнавати. Я думаю, якщо через кілька років у нас буде наступна передача, тоді я вже можу розказати. Да? Тобто поки що зеленькі на фотографії ніхто не кидав? Ні, такого немає. У нас навіть бітбордів своїх дуже мало по місту. Або там на якісь наклейки, ну, по мінімуму, що у вас? У нас йде жорстка розрисовка міста, просто каналізаційні люки, якісь підземні переходи, стіни. Ну, тобто, той ресурс, який у нас доступен, от тим ресурсом люди і користуються. Оскільки у нас бітборди, метровые каналы, рекламы, это все стоит больших денег. У нас спонсоров по партии, таких, которые могут выбрасывать миллионы, нету. Поэтому люди делают тем, что им сейчас доступно на данный момент. Ну, как вы вважаете, чи можна зараз от корупція бути подолана на виборах, коли на кожному кроці ми чуємо про пропозиції 500-300 гривень за голос того чи іншого кандидата? Це завжди було і на попередніх виборах, зараз, в принципі, це не припиняється, не дивлячись на те, що ми багато чого намагалися змінити. Це норма така, чи її можна подолати цю проблему? Проблему корупції саме на виборах? Саме на виборах. Ну, ми знаємо, що це взагалі проблема, а на виборах вона ще більш централізується. Так ви розумієте, чому? Чим глупіше общество, тим легше його обманувати, тим більше інструментів придумують. От вони, пожалуйста, від виборів до виборів, все нове, повторяють старе, от і все. Здесь необхідно, щоб помінялося общество. Поміняється общество, тоді буде менше інструментів. Чим більше общество буде впливати на політику в країні, тим менше бізнес буде влітати. Ну, общество, як ви кажете, не зміниться, тому що нашим людям завжди були потрібні гроші. І навіть ці, здається, там 300-500 гривень, які пропонують, для них це теж вагомі гроші, і вони не можуть від них відмовитися. До тих пор, і вони беруть, тому що пропонують. Я розумію. До тих пор, поки ми будемо йти короткими якимись перспективами, у нас, в принципі, в країні все таки йдуть. До тех пор, пока мы не осознаем, что есть какая-то более глобальная цель, более долгоиграющие позиции, мы вот так и будем топтаться на одном уровне. Если мы будем жить, как бедные люди живут постоянно только одним днем. Вот наша вся страна живет одним днем. Дали 500 гривен, слава Богу, или там 1000 гривен, проголосовал. А что он делает в последующие 5 лет, где он оказывается после этих 500 или там 1000 гривен? Он этот вопрос человек себе не задает. Поэтому вот те люди, которые пришли из СССР, вот у них вот такой тип мышления, достаточно глубоко заложенный. Опять же, я повторю, что вот идет новое поколение, я думаю, чем дальше, вот этот 30-летний разрыв поколений, он даст о себе знать, и чем дальше, тем будет тяжелее прибегать к каким-то методам. Ну, только время может поменять.
Ну, у вас є план дій вашої партії у Верховній Раді? Ваш колега, теж в нашій студії, Сергій Орлов, говорив, що ось найновітніша стратегія розвитку економіки – це одноіменна вашій партії 5-10. Що, крім цього, крім економічних стратегій, ви можете запропонувати у парламенті? В бізнесі є дві речі – активна составляюча і пасивна все время. Первая – та, которая приносит прибыль, а вторая – это та, куда эти деньги тратятся. У нас все в стране говорят о пассиве, о том, как потратить деньги. У нас никто не говорит о том, как их заработать. Для любого бизнесмена самое первое – где он заработает деньги, где он их возьмет. Где Украина может заработать деньги? В такой безналоговой стране. Стать привлекательной для того, чтобы капиталы других стран начали сюда перемещаться. Люди где размножаются, животные где размножаются, там, где благоприятные условия. Они там живут. Ну, а за рахунок чего мы можем там создать продавать свои ресурсы и так далее? Не ресурс, нам необходимо просто предоставить наше государство как территориальную целостность вот, по отношению к деньгам, чтобы она была просто более благоприятна для денег, нежели другие страны. То есть создать условия, куда деньги могли бы заходить, где бы их не общипывали, где бы их не забирали, где они хотя бы могли бы остаться в том количественном составе, который сюда зашел, а еще лучше, чтобы они здесь приумножились. Ну а какие это умовы конкретно? Это отмена налогов на территории Украины. То есть деньги идут там, где они могут приумножаться. Если нет налогов, они могут приумножаться. Если есть налоги, они здесь уменьшаются. Естественно, они сюда просто не идут. Необходимо на территории Украины создать безналоговое государство. Очень много стран, которые пошли по этому пути, но это страны, как правило, все маленькие, такие-то либо княжества, либо вот как Эмираты, поскольку там решение принимает буквально один правитель, ударил кулаком по столу, и он принимает такое вот решение, там в течение маленького периода времени у них просто вводится такая система налогообложения. Вы хотите у нас тяжело, у нас 45 миллионов влады, людей так само как бы кулаком. А у нас, у нас за один день не получится прийти раз. Понимаете? Если сколько часа идем... Украине потребно для того, чтобы, вот, скажем так, втілити ваш план? Много факторов, я не знаю. Но мы будем идти до конца. Может быть, следующее поколение ведет. Я не знаю, как будет развиваться Украина дальше. Очень тяжело сейчас прогнозировать. Все зависит от того, как наши политики будут куда двигаться. Мы можем под себя, мы можем выбраться с колеи, выйти на какой-то более логичный путь развития, понимаете? Куда нас бросят те люди, за которых вот голосуют за 500 рублей? Вот покажет ближайшее время. Никто не знал, что Россия не предполагала, будет такая агрессия. Никто не предполагал, что Майдан может закончиться гражданской войной фактически на территории Украины, да, которая перешла потом в интервенцию другого государства. Поэтому здесь еще много факторов. Но мы будем идти до конца. Я думаю, это единственный путь для нашей страны. Других вариантов я не вижу. Политический рынок ничего другого не предлагает. Предлагает все одно и то же. За все хорошее. А где они будут брать деньги? Они много говорят о том, куда они их тратят. На медицину могут часами рассказывать, могут про милицию рассказывать, могут рассказывать про образование, про все что угодно, могут рассказывать про то, как они будут пенсии повышать. Они не зависят, главный вопрос в бизнесе. Потому что государство – это бизнес-модель большая. Где они возьмут на все это деньги? Когда есть деньги, можно обсуждать все. Самые невероятные планы можно строить. Когда денег нету, это называется, не знаю, какая-то космическая глупость. Ну, а как вы расцениваете свои шансы проходження до парламенту і, власне, втілення всіх цих задумів своїх? Когда? На цих, ви ж балотуєтесь на цих виборах. Які ваші, як ви розцінюєте власні шанси? Я думаю, поскольку у нас полгода буквально партія, у нас мало хто знає. І... Ну, от вашого лідера, в принципі, всі знають, Балашова. Да, но не всех он ассоциируется с 5-10, раз. Потом вы же говорите, наверное, по опыту Киева, наверное, да? Ну, зокрема. В регионах, наверное, ситуация совсем другая. В Киеве живет всего лишь там не так много людей, как на всей Украине. Но было бы, наверное, хорошо, если бы мы набрали до 2%, это был бы хороший показатель для старта. Но ви працюєте з виборцями, наприклад, як інші партії в регіонах? Да. Там, на... У нас в кожній області вже за ці полгода створили свої городські обласні ячейки, які проводять агітаційну діяльність. Но люди сами сознают. Знаходятся прихильники идеологии? Да, очень много. У нас на митинги за деньги никто не ходит. По секрету скажу, у всех остальных партий деньги платят всем. У нас небольшое количество может прийти, там 500 тысяч человек, но они все без денег ходят у нас на митинги. У нас
полностью волонтерская работа по раздаче агитационных материалов, все это происходит бесплатно за счет волонтеров. Ну, портрет вашего выборца, это бизнесмены, предприемцы малого и среднего бизнеса? Ну, вот я как вижу, я могу судить только по тем людям, которые у нас в партии. У нас все люди от 25 где-то до 35 лет. Вот угу. Это вот. И, відповідно, выборцы ваши. И это где-то сами, плюс-минус да? Люди либо среднего класса, либо те, которые туда стремятся попасть, понимаете? То есть те люди, которые более свободные, у них образ жизни не за безопасность, угу. Там прийти на работу, чтобы ему заплатили зарплату, и он ушел. А более свободные, они хотят более свободный рынок, они хотят работать в свободных условиях. Даже многие из них нет, на сегодняшний момент не бизнесмены сами по себе, но они как бы все равно за это движение, потому что они хотят быть там. А сейчас рынок не предлагает никаких условий для того, чтобы вести этот бизнес. Ну, це зрозуміло. У мене питання до вас теж, можна сказати, економічного характеру. Всі ми знаємо, що от коли вже депутат приступає до своїх обов'язків, крім того, що йому надається безліч повноважень, пільг державних, він також забезпечується там державним службовим автомобілем для тих, хто офіційно там не живе, це там якийсь гуртожиток, готель у готелі Київ і так далі. Тобто дуже багато надається переваг, насправді, які коштують чимало грошей. Якщо підрахувати, то в підсумку держава витрачає досить велику кількість грошей, які б могли дійсно бути корисними в інших сферах. Але вони йдуть чомусь на потреби депутатів. От особисто ви, чи як економіст, і ваша партія, однодумці, всі якби економісти, як ви можете викорінити цю проблему? Проблема в другому состоїть. Стоїть проблема в тому, що государство тратить не гроші на содержання депутатів, непосередньо на пільги, на автомобілі, на жилье. А получається така річ, що на всі депутати так чи інакше зв'язані з бізнесом. Очень ну, сильно. Це теж. Так, це саме головне. Всі закони роблять під себе. Пилят бюджет под себя. Понимаете, вот это большая проблема. Если бы у нас депутаты были чисто политиками, которым платят достаточно большие деньги. Ну, вы же сказали, что вы бизнесмен. Чи вы уже будете там готовы? А понимаете, как бы революцию делают одни, а управляют страной потом совсем другие. Ну, вы готовы отмовиться от бизнеса, когда вам пощастить пройти до парламента? Я думаю, что да. Ну, не до того парламента, который сейчас есть, а до того парламента, который мы потом сделаем. Там, где будут платить достаточно людям, чтобы они не занимались бизнесом, чтобы они себя комфортно в обществе чувствовали, были уважаемы. Им будут эти пыльги предоставляться, но их в бизнесе не будет. Понятно, что за каждой политикой стоит то или иное лобби, как бы это всегда было и будет. Другой момент, что у нас вообще прямая интервенция политики в экономику. Поэтому это недопустимо вообще. У нас на максимальное государство необходимо отстранить от любой экономической деятельности. Необходимо, чтобы бизнес отдельно совершенно работал, чтобы не было взаимосвязи вот этих. У нас все вот так вот переплелось, и вот получаем то, что получаем. Ну, то есть кандидаты лоббируют свои интересы в Раде. Даже не двух-трех каких-то олигархов, а вот все, каждый себя, понимаете? И думают, куда еще покушать бюджета. Как бы. Вот и получаем. И им, конечно же, ну, это как насмешка. Естественно, как бы все прекрасно понимают, что за те зарплаты, которые там поставили депутатам, они жить не могут. Тем более, кто такой депутат, это лицо государства. Да? И те цифры, которые там нарисованы в них в зарплате, это смешно, на них не жить вообще. Не то, что нельзя, не получится, и это небезопасно. Другое дело, что они все тоже выходцы у нас, депутаты из бизнеса, такого, который у нас тут родился. Ну, от получаємо таку ситуацію запутаною. Пане Володимир, у вас зараз буде можливість звернутися до своїх потенційних виборців. Буквально на одну хвилину можете сказати, адресувати свій і ваш партійний найголовніший меседж. Будь ласка. Уважаемые зрители, наша политическая партия 5-10 йде на вибори Верховної Ради України для того, щоб мы с вами, наши дети, следующее поколение имели хотя бы шанс поменять жизнь в нашей стране. Поэтому, дорогие избиратели, как бы вы ни желали, как бы вы ни хотели, 5-10 в нашей стране – это неизбежно. Дякую вам, Володимир, за цікаву розмову. Бажаємо вам удачі. І найголовніше, що дійсно нова генерація має змінювати країну. Головне, щоб вона була не зіпсована владою, яка зараз, від якої зараз, власне, всі і втомилися. Дякую вам за розмову. Спасибо. Це була програма «Громадський вибір» на Гром ТВ. Залишайтеся разом з нами. На все добре.